новостям культуры. 18 мая отмечается как Международный день музеев. В нынешнем году к этому празднику присоединились 145 стран мира, среди которых Россия. Для нашей области этот праздник особенный. Верхневолжье имеет самую разветвленную сеть музеев. В Тверском краеведческом по этому поводу прошла торжественная церемония награждения заслуженных работников. Поздравлять сотрудников Тверского государственного объединенного музея приехала лично министр культуры Верхневолжья Ксения Глинка. В своем обращении к коллегам она отметила огромное значение их работы, особенно в контексте того, что состоящая из 31 филиала наша сеть крупнейшая в России. Я желаю вам, чтобы и нам всем вместе, чтобы мы так и оставались в первых рядах. На радость нашему городу, нашей стране, нашей области, нашей культуре, нашей истории, в конце концов. И для меня, честно скажу, вот такие краеведческие музеи, наверное, являются самыми любимыми, самыми теплыми. В этот день благодарности и премии губернатора, а также Министерства культуры, ведомственные почетные грамоты получили представители самых разных подразделений. Это заведующий отделом и специалист по охране труда, научные сотрудники отдела фондов и пресс-секретарь. Среди награжденных была и руководитель знаменитого Берновского музея Александра Пушкина Валентина Громова. У нас великолепный музей, много посетителей мы принимаем, у нас разнообразные интерактивные программы и творческие экскурсии, шикарные балы мы проводим для всех категорий посетителей наших, квесты для молодежи и подростков. Есть что посмотреть. Между тем, одним днем 18 мая праздник не ограничится. Регион ждет целая череда интересных мероприятий, которые продлится вплоть до субботы, когда Верхневолжье вместе со всей планетой отметит еще и Ночь музеев. Целый ряд филиалов сегодня проводит свои мероприятия, мастер-классы, сборные экскурсии, интерактивные программы. Тверской краеведческий музей, наша основная главная точка, эти мероприятия будут проводить 20 мая в субботу. Это касается и главной организации, и музея Тверского быта. Также 20 мая в Тверском краеведческом музее проходит целый ряд мастер-классов, интерактивных занятий, экскурсий. Особенно стоит отметить, что вход 20 мая будет абсолютно бесплатным. А еще слово «ночь в музее» в названии акции довольно условно. На самом деле она закончится в 9 вечера. Так что сакраментальную фразу «я поведу тебя в музей» можно будет произнести даже для самых маленьких жителей региона.